Рано еще по лесам лазить. Снег лежит островками. Северные стороны немножко оттаяли только. Один из карьеров Липовки. Дождь идет. Некомфортно. Вот этот борт северный оттаял. А ты думаешь... Вот там в конце карьера, почти в конце карьера по правую сторону. Мармара. Ну, если верить науке, то махонькие рубины встречаются. Миллиметр, наверное, полтора, ты не знаю, есть, нет. По отчетам. Ну, а здесь что-нибудь. Ну, халцедончики вот на дорожке встречаются. Задача прогуляться. Активно отдохнуть за зиму-то сколько можно. Отдыхать пассивно. Так. Кто-то был. Хорошо в свое время сверлили. Ну, ползень еще прошлогодний, но воды нынче больше, гораздо больше. Если можно было по нижнему
уступу пройти спокойно летом. Так сказать, не замочив ноги, то что-то подсказывает мне сердце, что пора, наверное, и возвращаться, если сейчас он там не пройду. Вот тоже оползень прошлогодний, но добавлено немножко. Уже и в этом году тут всякие корочки халцедоновые сбросило сверху. Всякого неоднакого. Наверх не полезу, потому как катиться будет вниз долго. Потом уже так ездил по халцедону, весьма неприятно. Это что-то опаловое. Вот сюда вот положу, потом воды больше будет, отмоет. Кто пойдет, увидит. Вот тоже такие вот корочки. А сбоку-то вообще как оникс. Ну, отмыть, может быть, что-то будет представлять собой. Опа, ладно, еще один шажок. Жилки. Какие. Хотелось бы, конечно, добрый халцедончик, да кладчик посмотреть. Ладно, дальше пойдем. Ни капли не сомневаюсь, что где-то рыба должна быть. Раз вот здесь свеженькая водичка, она должна кислородом тут дышать. Если повезет, то
видим или слышим. Стоять. Одни жуки тут плавают. Это сверху тут сваливается. Всякое разное. Да если есть тут рыбка, все равно уже убежала. Как слон хожу. О, кварцит что ли какой-то. Кварц. Ну, конечно, обработать, если кто-то занимается, может, и ничего. Это напал, похоже. Слабенький пигматит. Ну это кварц. Кварц шестоватый. Кварц катанный. Ничего доброго, но красиво. Разноцветие такое. После зимы. Интересно. Вот какая крокозябра сверху скинула. Опал. Опал какой-то. Там он что-то халцедончик. Грязь какая, уже весь вымазался. Охота пуще неволи. Халцик небольшой. Еще что ли шажок сделать. Что там животки не видно?
зебра. В общем, и так далее. Там еще берил встречался. Север — это я о той говорю, Саша. Смотрите, какая тут кварцевая, там типа животки. В сторону пока ее. Какая сеточка интересная. Тоже такая же. Вау. Какие натечные формы. Чего только не бывает. Смотришь, баха там. А что там? Ничего там нет. Каких только не бывает. Крокозябр. Дождь прикрыт. Вау. Кварц. Кварц. Клад. Точно разноцветие. Сейчас вот аппарат достану, пофотографирую. Цель-то в этом состояла. Тоже нечто опаловое. Опаловое нечто. Это из этой же серии. Может, и не опал. Так. Надо выключить-то. Батарея уже подсела. Здесь, наверное, вот халцедончик такой ежиком. Посмотрим.